Идемте, кто вас привел? Да иду. Вы можете не идти никуда. Где машина? Простите, пожалуйста. Так не надо у меня извиняться. Он не уполномочен ни в чем. Вы можете ему не подчиняться. Он не имеет вам права что-то приказывать. Идите своей дорогой, да и все. Вы что-то хотели, молодой? Я ничего не хотел, я с вами не разговариваю. А, да, я хорошо. Вот, я с женщинами кто разговариваю. Простите нас, пожалуйста. Нет, кто вас придет? Да вы же рассказывали, раз 50. С кем вы приехали сюда? Кто вас привез? Документы на товар есть у вас? Женщины. Идите, женщины. Не слушайте никого, да и все. Кто вас привез? Чего вы меня трогаете? Кто вас привез? Пройдите мимо. С полиции. Беспокоит. Проходите. Так, старшина полиции Карибов Сергей Валерьевич, младший специалист. Это младший специалист чего? Какая должность? Отдел МВД России по городу Армавир. Специалист в чем? В каком направлении? Полицейский. Отдел МВД России по городу Армавир. Так, а вы кто? Вы этот человек из налоговой или кто? Ну, это полицейский. Ну. Так а почему он... Вы кто? Я могу вас? Я бы свои документы показал. Покажите вы свои документы. Пожалуйста. Без проблем, пожалуйста. Меня зовут Дмитрий Геннадьевич. Можно Дмитрий. Принципиальности большой в этом нету. Вы сейчас в каком состоянии находитесь? Состояние? Трудно сказать, не хочу говорить. Вы себя хорошо чувствуете? Да, прекрасно. Дмитрий Геннадьевич. Проживаете где? Проживаю в Новокубанске. На праздник приехал? Да. Вот это кто паспорт человек? Есть? Паспорт что? Есть у вас? Нет, паспорта нет. Водитель сыр. А вы кто? Представьте. А вы кто? Дмитрий Геннадьевич. Гражданин Российской Федерации. Так я понимаю? Инспектор отдела по исполнению административного законодательства Субач Александр Николаевич. А какого отдела? Отдел по исполнению административного законодательства. ИСПП? А? ИССП? ОИАЗ. Отдел по исполнению административного законодательства. Не наказание, а законодательство, да? Да. А, ну я понял. То есть, контроль всех нарушений административных. Понимаете, происходит административное правонарушение. То есть торговля. Возможно, люди в рабстве. Просто если вы чего-то не знаете или в чем-то не уверены, лучше... Нет, я просто смотрю, вы же без формы. Гражданские люди что-то требуют. Не гражданские, мы людям представляемся. Представляемся, мы покажем удостоверение. А то, что их массово завезли, человек 60, возможно, они в рабстве. И они работают на кого-то, и мы тут разбираемся, понимаете? Thank you.